Можно ли вылечить атрофический гастрит? Ну, поделюсь с вами, я же еще образовательными проектами для врачей занимаюсь, это, собственно, ну, значительная часть моей деятельности, и прием непосредственно пациентов в клинике, а вот здесь мы с вами, собственно, встречаемся, потому что у меня есть немножко времени, и это такое мое хобби, популярно рассказывать и помогать как-то отвечать на больные вопросы. Так вот, буквально, ну, там, когда это было? В прошлое, вот не в это воскресенье, а в прошлое воскресенье я проводил лекцию для врачей очередную, там было что-то 60 гастроэнтерологов из Москвы и Подмосковья, и я обычно провожу там пару раз в неделю какие-то лекционные мероприятия для врачей, или мастер-классы, или что-то еще. И меня что-то дернуло спросить. Я обычно всегда спрашиваю, но тут меня дернуло еще и посчитать. И я спросил врачей, кто-нибудь вылечил гастрит? Даже вот не атрофический, обычный. И так мало рук было, знаете, мало согласных с этим и желающих. Потом я спросил, можно ли вылечить рефлюкс. Хотя я сам это реально делаю, и многие врачи так реально делают, но вот в большинстве своем, к сожалению, как я потом уже посчитал, примерно 3% врачей говорят, что да, можно вылечить обычный гастрит. А атрофический, конечно, очень сложно. Я вот как раз на своих мероприятиях для врачей и рассказываю, как это можно сделать и вылечить атрофический гастрит полностью, чтобы он исчез навсегда. Поэтому, конечно, атрофический гастрит, он однозначно поддается лечению, и здесь временная перспектива, где-то ну, полгода-год от атрофического гастрита избавиться можно до конца. От обычного гастрита можно избавиться еще быстрее, где-то 4-8 недель требуется, если выполнять и соблюдать, как положено, всю эту технологию по лечению. Если вы хотите решить свою проблему с ЖКТ, присоединяйтесь к гастрогруппе. Мы разберем симптомы, результаты обследований и выберем пути решения. Переходите по ссылке в профиле.